Всем привет, друзья! Сегодня рубрика новых кулинарных экспериментов. Берем один интересный рецепт, готовим его, пробуем, подводим итоги. Хороший рецепт или он не стоит вашего внимания? Итак, погнали! А готовить сегодня мы с вами будем вкуснейшие гренки с сырным соусом. В качестве соуса сегодня у нас выступает сыр бри. Берем, надрезаем сыр. Делаем на нем квадратную решеточку. Это для того, чтобы он расплавился у нас в духовке. В дальнейшем будем его запекать. Сыр достаточно вкусный, нежный, сливочный. Но есть один нюанс. Он с белой плесенью. Так, сыр у нас готов. Перекладываем ее на бумагу для запекания. Сейчас займемся приготовлением гренок. Так, беру петрушку, корни отрезаю, стебли, они сильно толстые, миленько-миленько режу. Так, петрушка у нас порезана. Берем сливочное масло комнатной температуры, добавляем туда нашу петрушку. Так, немножко петрушки оставим для украшения. Добавляем петрушку, добавляем сушеный чеснок. И перемешиваем. Гренки будем делать из чиабатты. Тут дома осталась чиабатта, она очень хорошо подойдет для гренок. Нарезаем нашу булочку толщиной где-то примерно по сантиметру. Так, думаю, достаточно. Теперь берем и намазываем нашим маслом. Наша закуска почти готова. Сейчас я отправляю ее в духовку на 220 градусов на 10 минут. А вы пока подпишитесь на мой канал. Смотрите, что у нас получилось. Давайте теперь пробовать. Сыр немножко растекся, но я думаю, это не беда. Гренка, она мягкая внутри, хрустящая снаружи. И вот сам сыр. Сейчас мы попробуем. В общем, друзья, делайте этот рецепт. Рецепт 100% в копилку. Быстро, вкусно. Ну и вы удивите своих друзей. Всем пока!